Хейо, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру под названием Кунг-фу Панда. И погнали в следующий уровень сразу. Может, даже я пройду лишь обучался, больше половины игры. Но слухи о нем уже расходились все дальше. И, наконец, достигли и глубин темницы Чоргом, где был заключен Тайлунь. Когда Тайлунь услышал о новом претенденте на свиток дракона, он вскипел от ярости. Он понял, что пришло время устроить побег. Тайлунь решил вернуться, чтобы заполучить то, что считал своим по праву — свиток дракона. Но сперва он решил отправить послание Шифу. В то время как Зен, дворцовый гусь, летел к мастеру Шифу, чтобы рассказать о побеге Тайлуня, на горизонте уже сгущались тучи. Скоро Тайлунь вернется и будет решать судьбу Мирной долины. Кажется, это как раз вот этот уровень, где нужно было защитить дворец, да... Такой бред, там нужно было кроликов защищать, или что типа того, или вазы. Вазы, кажется. Я так голоден. Мы уже давным-давно никого не грабили. Похоже, наша удача переменилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, на помощь! Эй, Зен, ты в порядке? Они меня ранили! У меня важный вестник для мастера Шифу! Надо срочно попасть во дворец! Успокойся, я тебя держу. Следующая остановка — дворец. А, тут же, да. Оставь гуся Зена во дворец. Маневрируй с помощью клавиш влево, вправо, вверх и вниз, чтобы избежать грозовых облаков и вихрей. Победи как можно больше стервятников с помощью быстрого удара. Победи 18. Тут тоже инвертировано этот. Что меня может убить, это громовые тучи, по факту. Как говорится, поджаренным буду. Кого я бью? Фиг вижу. Ураганы еще всякие. Поздравляю! Спасибо. Ну все, соберем. А еще вспомнил старую игру. Ну типа, когда скорее говорил, мы ее пройдем. Бей и беги, или как-то так. Рога и копыта, во, вспомнил. Просто зажимаем кнопку атаки, да и все. О, да, вот. На монетки собираю. Я не цепляюсь. О, я сейчас сдохну. Что это такое? Оу, короче, я посмотрел, как вы видите, сразу текстик, запоминайте его. Потому что он что-то полетел после того, как отфризило. Я уже снимаю через 3 дня. Уже через 3 дня снимаю, как... Тайлунь прибудет еще не скоро. Мы должны позаботиться о деревне. Это все прекрасно, только дайте я сперва перекушу, чтобы восстановить ци. Ладно, давайте поговорим, когда вы вернетесь. Договорились? Вот, здесь, короче, нужно сейчас будет две вещи делать. Первое, вы видите щиты, их нужно будет по ним бить, там, кажется, что падает, либо что типа того. Кабан! Кабан! Кабан!
Ага. Да. Я не могу позволить ворам забрать дворцовые сокровища. Я потерплю поражение, если они похитят все 12 сокровищ. Ну, здесь говорится о 12 сокровищ. Они будут в разные стороны бегать. Мы просто стоим за ним и смотрим, и все. И у нас... Сохранение ценностей нахер не надо, в принципе, да? Там, где сыпется, там враги. Волна 2. Теперь их больше. Главное понимать, откуда сыпется. Короче говоря, если шаришь, откуда сыпется, значит все будет окей. Нет, нет, нет. Остановись! Вот он меня носит. А вон тоже уносит. Не успеет, не успеет, не успеет. Успеет! Не успел. Да. Вот это вот. Из-за вот этого только сложно было. Как вы видите, мои удары ваншотят. Чужак! Чужак! Закрой люк в потолке, толкнув дверцы! А, стой, это нам сюда, да? Подожди, я что... Да, пока что все защитил. Вторжение в западный... Поздравляю! Да, да. Оп, оп, оп. Отправляемся обратно. Слышим уже свиньи, да, вот лезут. Вот в этот момент начинается тот момент, когда... У тебя воруют ресурсы. Так. А вот не пойму, почему они в разброс не лазят. О, все, лезут, лезут. Один уже унесли, походу. Нет, 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 свинка. О-о-о! Ну, как вы видите, я прокачан, поэтому...
агрессивные копытка. Но видите, все равно есть время на то, чтобы типа. Ага. Главное смотреть, чтобы ничего не украли. А там вообще все равно. Вторжение в восточной комнате! Закрой люк в потолке, толкнув дверцы! Окей. Подожди, они же бесконечно, да, будут влазить или нет? Вторжение в восточной... Понимаете, вот они уже слазят, а я сюда только бегу. Вот они сейчас побегут в дальнюю часть. Это хорошо, если... Они все будут в одну бежать. Да, хорошо, хорошо. Ну, пока что зачем мы отлично с вами. Волна, гости с крыши, воры из ситуации лезут через парадный. Вот, да, начинается. Верни, животное, горшок. Сложно. Тихо-тихо-тихо. Если вдруг что, сразу катимся. Если вдруг что, сразу катимся. Я все защитил. Да ладно. Вау. Еще не закончили, панда. О, теперь как раз у нас тут много палочек с вами. Подожди, приятель, я... Просто. Мне, может, на мастера поставить что сложность? Что произошло? Вижу. Ты неплохо справился, панда. Правда? А, ну, то есть, да, правда. Ну, в общем, я того, использовал свою панда-интуицию и... Ну, да я просто притворился, что сплю, и тут, короче, появились эти... Ну, и тут я им так... Сосредоточься! Ты должен быть сосредоточен! Когда мы были в деревне, нам рассказали, что Кракобанда захватила озеро Лотосов.
Слухи о возвращении Тайлуня плодятся. Мастер Журавль, почему бы вам вместе с пони отправиться туда на разведку? Ух ты! Мы с мастером Журавлем! О, это будет классно! Надо собираться в путь! Мы с Журавлем отправляемся на задание! А-а-а! Ну что, ребят, я думаю, мы выполнили 100%. Смотрите, что оказывается, если вылетает игра, я могу остановить запись, это раз, то что не ломается запись сама. Второе, я могу переиграть уровень, здесь можно переигрывать уровни, и вообще, если запускается касцена, значит у меня сохраняется прогресс. То есть ничего не ломается, как в нынешних играх, где со свободным миром, где просто из-за вылета игры или компьютера. Если компьютер выключается, то некорректный выход, типа, просто крашит к сохранению. Поэтому как-то так, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.